Ситечка для чая, диаметр 4,5 см, производитель Китай, состав нержавеющая сталь. Стоит такое ситечко 55 рублей и относится к новой коллекции Fix Price «Стильный стиль». Звучит как масло масляное, не правда ли? Эта ситечка позволит вам заварить любимый листовой чай без чаинок прямо в чашке. Подходит для заваривания ягод и листового чая. Легко фиксируется на краю чашки с помощью специального зажима. Гребень для волос, выполненный в форме изящной птички. Длинные тонкие зубчики легко позволят расчесать волосы. Это стильный и практичный аксессуар, который не останется незамеченным. Стоит такой гребень 99 рублей. Произведен в Китае, состав полистирол и сталь. Размер 14 на 9 и на 4 см. Продается в различных расцветках. Пилинг ПД, очищающий с АХА кислотами от Сендо. Стоит 99 рублей, объем 80 мл. Содержит молочную, гликолевую и миндальные кислоты. Не содержит СЛС, парабенов, красителей и отдушек. Второй вариант пилинг ПЭДов – это обновляющая с БХ кислотами для жирной и комбинированной кожи. Содержит в своем составе салициловую молочную кислоту, экстракт розмарина. Не содержит СЛС, парабенов и красителей. Декоративный LED-светильник на батарейках, которые входят в комплект, и при необходимости их легко можно будет заменить. Состав доломит, сталь, медь и стекло. Световой поток 7 люменов, производитель Китай, стоимость 199 рублей. Светильники имеют оригинальные дизайны и компактные размеры. Их легко разместить и на полочке, и на прикроватной тумбочке, и на столе. Они отлично сочетаются с другими товарами из коллекции Color Block. Расцветки, кстати, выдержаны в цветах коллекции. Еще один интересный товар из коллекции Color Block – это фигурная свеча с железным скелетом внутри. Стоит такая свеча 199 рублей, продается в нескольких расцветках и напоминает объемную поделку из бумаги в технике Papercraft. Свеча в форме животного не только украсит ваш интерьер, но и удивит в процессе горения, потому что внутри находится железный скелет. Инструкции по применению указаны на упаковке. Состав парафин железо, производитель Китай. Эти свечи отлично сочетаются между собой и можно составить целую коллекцию. Ну и поодиночке они смотрятся тоже отлично. Кстати, эта свеча отлично подойдет в качестве небольшого подарка или сюрприза для родственников или друзей. Фоторамка «Любовь» размером 26 на 16 см стоимостью 249 рублей. Довольно богатый состав: дерево, стекло, бумага, сталь, картон, полипропилен и джут. Произведена она, конечно же, в Китае. Продается в различных расцветках. Поместить в нее вы сможете две фотографии. Одну размером 10 на 10 см, вторую размером 8 на 7 см. Снова привезли часы-будильники, только на этот раз обратите внимание, есть в продаже вот такие розовые совушки очаровательные, есть белые медведи и пингвины, как и в прошлый раз. Инструкция подробная по использованию этих часов находится внутри, она прикреплена. Работают эти часы от одной пальчиковой батарейки, которую нужно покупать отдельно. Отлично подойдут для детских комнат и приучению детей к распорядку дня. Аксессуар для маникюра и педикюра – компактные кусачки для ногтей. Легко поместится в любую косметичку или маленькую сумочку. Имеют оригинальный дизайн в виде зайчика, дополненный брелком. Стоят такие кусачки 99 рублей. Сделаны они из стали и смолы, производитель Китай. Размер 2 на 6 см. Тарелка от OKitchen диаметром 20,4 см, произведена она в Китае, состав фаянс. Тарелка довольно толстенькая и увесистая. Похожие пиалки были в продаже, если кто-то помнит. Стоит такая тарелка 99 рублей. Обращаю ваше внимание, что присутствуют небольшие недочеты в исполнении, точно так же, кстати, как и в пиалах. Продается она тоже в трех расцветках – темно-синяя, темно-зеленая и красная. Имеет довольно высокие практически вертикальные бортики. Подойдет как сервировочное блюдо.
Очень интересной формы косметичка. Произведена она в Китае. Состав материала верха 100% полиэстер, подкладка 100% полиэстер. Дополнительно использованы нейлон, смола и цинковый сплав. И я бы еще сказала картон. При расстегивании косметичка превращается вот в такую удобную коробочку с перегородкой посередине. Удобно использовать в поездках. Из нее ничего не нужно будет доставать. Расстегнули, разложили и пользуйтесь. Расцветки все современные. Чашка от Ukitchen, украшенная рельефным узором. Объем 240 мл. Имеет удобную ручку и стильный дизайн. Продается в различных расцветках. И, кстати, качество рельефного узора очень зависит от расцветков. Вот на оранжевых чашках его практически не видно, а на коричневых видно очень хорошо. И на желтых, как видите, тоже дизайн хорошо заметен. Стоят такие чашки 55 рублей. Произведены они в Китае, состав фарфор. Отлично подойдут не только для чаепития, но и для употребления холодных напитков. Декоративная фигурка, выполненная в виде фигурки собачки, сделанной из надувных шаров. Производитель Китай, состав Доломит. Стоит такая фигурка 149 рублей. И если раньше они приезжали к нам в разных расцветках, очень ярких, то сейчас приехали только в черном и белом цветах. Фигурки качественно выполнены и очень забавные. Миниатюрный рюкзак. Производитель Китай. Состав сталь, полиэстер и полипропилен. Выполнен этот рюкзачок в спортивном стиле. Выглядит очень интересно и, несмотря на свои маленькие размеры, цену имеет довольно внушительную. 299 рублей, как и все рюкзаки в фикс прайс. Сшит рюкзак из водоотталкивающей ткани. Внутри подкладки нет, но обработано все аккуратно. Вместительный наружный карман, ручка для переноски маленькая и наплечные ремни с регулировкой. Компактное зеркало с расческой, произведено в Китае, состав АБС, ТПР, нейлон, полиэстер, стекло и сталь. Стоит такое зеркало 99 рублей, продается в трех расцветках. Это мягкие гальванические градиенты от фиолетового до голубого. Расческа в этом аксессуаре складная. Набор шпажек сердца, в наборе 12 штук, состав полистирол, производитель Китай. Стоит такой набор 149 рублей. С помощью этих шпажек вы можете украсить нарезку или закуски, сделав праздничный стол более ярким и фееричным. Продаются шпажки в различных расцветках, так что выбрать можно будет на любой вкус. Подвесная фоторамка сердца произведена в Китае, состав дерева, стекло, бумага, полиэстер и полипропилен. Продается в различных расцветках, стоит 149 рублей. Длина изделия составляет 38 сантиметров, размер сердечек 11 на 11 на 0,9 сантиметра. Фотографию вы туда сможете поместить размером 5,5 на 5,5 сантиметра. Снова привезли кистевые эспандеры, нагрузка 5 кг. Произведены они в Китае, состав силикон. Продается в различных кислотных расцветках. Сделаны очень аккуратно. Раньше они стоили 55 рублей, сколько сейчас стоят, не знаю. Товар новый и ценника на него нет. Светильники-начинки от Flex светодиодные, стоимостью 55 рублей, производитель Китай. Состав полистирол и сталь. Прилично обновился ассортимент этих светильников. Появилась в продаже Эйфелева башня, собака и ангел. Эти светильники работают от трех батареек, которые продаются в комплекте, и переливаются различными цветами, что добавляет ощущение сказки, когда работает этот светильник. Блюдо от Ukitchen, диаметр 23 см. Производитель Китай, состав керамика. Блюдо это довольно толстое и, я бы сказала, нелегкое. Присутствует брак практически на каждой тарелке. Стоит это блюдо 79 рублей и продается только в белом цвете. Имеет овальную форму, отлично подойдет для подачи рыбы, фруктов и салатов. Складные коробки для хранения стоимостью 249 рублей. Произведены в Китае, состав нетканый материал, картон. Размер коробки 35 на 35 и на 26 сантиметров. И, кстати,
Картон в этих коробках делают все тоньше и тоньше. Если она так сильно прогибается во много сложений, что же с ней будет, когда ее расправишь и сложишь в нее вещи? Ее вообще нельзя будет трогать. На молнию коробка закрывается по всему своему верхнему периметру. В нашем магазине продается в одной цветовой гамме, но в двух различных расцветках. Декоративная фигурка из полирезин, произведенная в Китае, высота 20 см, стоимость 249 рублей. Это товар из коллекции Color Block, который отлично сочетается с другими товарами из этой коллекции. Современная классика гармонично дополнит различные интерьерные стили, украсит гостиную или рабочий кабинет. На этот раз фигурки продаются не только в белом, но и в сером цвете. И хотя в этот раз фигурки сделаны очень аккуратно и красиво, присматриваться при выборе я все равно вам рекомендую, потому что на некоторых все равно наблюдаются какие-то сколы и потертости, поэтому если вы не хотите купить брак, присматривайтесь повнимательнее. Декоративный поднос диаметром 30 см произведен в Китае, состав полистирол и МДФ. Это поднос из новой коллекции Color Block. Продается в различных цветах. В нашем магазине 4 расцветки: светло-серый, голубой, темно-синий и оранжевый. Поднос имеет достаточно высокие бортики и 4 забавные ножки. Прекрасно сочетается с другими товарами из коллекции Color Block.